Поздравляем всех с Новым годом, желаем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Готовы? Да. Молоды, прекрасны и горячи. Давай, Макс. Макс, давай. Он просто здоровенный на самом деле. Да, огромный. С Новым годом, с новым счастьем. Говорю, с Новым годом, с новым счастьем. Все тебя слышали. Елочка вот. У нас дома. Не нужно открыть, а не сапер из тебя не очень. Чтобы не ломал. Надо на кассе открывается. О, новогодняя тема. Мы гирлянды не купим? Чё? Шары для ее. Не купим ничего, зачем они нужны? Нам осталось только скотч. Наш этот кресло-мешок. Я тут заметила интересную шапочку. Год быка как-никак. Нормально? Бычок. Да, это клёво. Мы заказали, получается, вот этот вот Китфорд. Это пароочиститель швабра. Но он очень крутой, да? Да. И сейчас смотрим то, что есть еще разные варианты. Пылесос просто. Ходили мы в Максидом, но набрали самое важное, то, что нам нужно было, это адаптер для зарядки телефона. Второй удлинитель взяли побольше, там много насадок. Дома сейчас придем, мы вам все покажем. Помимо этого взяли двойной скотч, чтобы сделать свет в комнате. И Маша еще взяла... Ну да, светодиодную ленту. И Маша еще взяла две наволочки. Вышло у нас 950 рублей. Мои наволочки 99. О том, как ходить с Кириллом в магазин, это просто ад, потому что он просто не может ждать. Это когда женщина набирает вот столько пакетов, а я несу потом, вот это вот ад. Я тебе обычно помогаю, ни минуты просто не ждет, просто я с секундомером туда забегаю, и если я не справляюсь, то как бы все, я проиграла. Значит, нам еда и не нужна была. Не дает ни секунды остановиться, у меня реально буквально на каждый продукт 0,000 секунд. Ну, чтобы понимали, она просто подходит и стоит 7 минут, блин, около одного прилавка. Так ты не даешь 7 минут стоять. Ну, так жизнь можно провести у прилавка. Ну, а ты не... взял, ушел, что там стоять, там усматривать. Так посмотреть получше, срок годности, состав почитать. Ты каждый раз туда ходишь, зачем смотреть и составы читать каждый раз? Выбрать бананы, ну бананы черные, там стрёмные какие-то. Ты взяла нормальные бананы, я специально покажу, блин. Шкнявый. Продуктивный день. Первый лот того, что мы взяли, это у нас удлинитель, 2 метра, 5 входов, вот, взяли мы его дополнительно, у нас уже имеется несколько штук, но нам необходимо для того, чтобы подтянуть кровать его. Машин кардиган, взяла, мы брали на Wildberries, стоит, неважно, сколько стоит? 3000. Вот, качество хорошее. 75% шерсти, плотная. Две наволочки, фирмы текстиль, коттон. Ну, прикольный, стильный, стоит около 99 рублей. Вот, нам говорят о том, что нужно изначально постирать. Ну, хорошо. Розетка. Получается, американского типа. У нас есть... один блок, который именно под нее. Нам нужен был необходим прям. Да, вот. У нас вот такой есть. Нам нужен был именно такой.